Перед зрителями на сцене развернулось настоящее театральное представление. Гости из города Екатеринбурга, дуэт «Красная скрипка», показали безграничные возможности своих музыкальных инструментов и подарили шадринцам порцию положительных эмоций. Живой звук, безупречная актерская игра, мастерство и энергетика этих музыкантов буквально захлестнули эмоциями центральную площадь. Этот инструментальный проект не имеет аналогов в России и Уральском федеральном округе. Репертуар дуэта настолько разнообразен, что музыканты способны создать невероятное шоу, которое подходит для любого праздника и вкуса зрителей. Праздника не было. Молодежь веселая, трезвая, это самое главное. Программа разнообразная, красиво поют. Очень я люблю город свой, особенно центр красивый. Гостей из Свердловской области сменили артисты из города Кургана. Легендарная кавер-группа «Овертайм» представила для публики свои самые лучшие композиции. Зрителей поразила сила и мощь голоса солистки, а также отличное музыкальное сопровождение. Нет, но сегодня выбрала, что посмотреть. Раньше доходили как бы в «Корсат», нравилась площадка, но сегодня сюда, потому что как бы тут интересней. Да, аттракционы удивили в этот раз. Люблю свой город, но на самый чистый город. Да, мне очень нравится не город Шадринск. Я хоть и не местный житель, я гость, я с района. Я как с армии пришел, я ни разу не пропускал день города. Мне всегда нравится быть здесь. Разные гости приезжают. Очень интересно, очень весело. Все свое мастерство и вдохновение любимому городу подарили участники вокально-инструментального ансамбля торгового дома «Агат». Качественный звук и знакомая музыка не оставили никого из зрителей равнодушными. 300 тысяч часов со спиною, 300 тысяч планет надо мною, и усталый создатель в небе бежит. Каждый раз просыпаясь во свете, вот этот проспект, где мы сейчас стоим, я помню, когда его вообще не было. Здесь деревья были. Меня мама водила, когда администрация строилась. Я помню вот этот, я помню старый город. Я пришел на праздник. Я свой город очень люблю. По традиции, большую часть программы вечера занимали артисты Дворца культуры. Вокальная студия, ростовые куклы и народный хореографический коллектив «Рандеву» на протяжении всего вечера дарили зрителям хорошее настроение. Долгожданным подарком для всех жителей города и гостей было выступление российского певца, композитора и автора-исполнителя Сергея Любавина. Артист впервые приехал в наш город и мгновенно оценил и красоты зауральской природы, и доброжелательных людей. К тому же в Шадринске живет сестра Сергея, с которой он давно не виделся. Певец родился и вырос в городе Новосибирске, поэтому свой гастрольный тур он совершает обязательно через города Урала и Сибири. Кроме музыкального образования, шансонье хранит в копилке еще и диплом журналиста. Сорвалась, загадай скорей. Одно желание судьбы своей. Всегда быть вместе, хоть 100 тысяч лет. Твоей улыбки видит свет, млечные звезды, маяки. Целую руки и
комическая во многом история. Комизм состоит в том, что я приехал поступать в Гнесинку, я поступил, но там не было общежития вообще в Москве, у меня не было ни родственников, никого. Вот. И параллельно пришлось поступить на журфак, в институт молодежи, потому что это был хороший вуз, и было там общежитие, и было свободное посещение, поэтому я вот параллельно, так мне пришлось в двух институтах проучиться, даже диплом у меня есть, журналист. Трудно было поначалу, потому что это относится не только, допустим, ко мне лично, что мне было трудно. Это трудно любому творческому человеку, любым молодым ребятам, которые приезжают в большой город, как-то устраиваться, обустраивать свою жизнь. Вот. И, понятно, были разные ситуации, песни поначалу не брали, и не формат. Вот. И приходилось это все продавливать, и, конечно, какие-то трудности были, но я повторяю, что не у меня одного. Сейчас из Шадринска ребята уезжают, и мама с папой знают, как им там тяжело и в Екатеринбурге, и в Тюмени устраиваться, поэтому это, общая такая российская тема. Я призываю к тому, что надо держаться, надо идти своим курсом, поставленной цели следовать, и все будет хорошо. Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила раннюю осенью, и на причале ждала, как у Джоконды грустные глаза. Их не коснется боль земная, светлая слеза. Там, за той волной всей твоей нежности, всей твоей родной, принеси я ради тебя, ради святой любви, отдал бы все, и только позови. У меня достаточное количество песен, в принципе, где косвенно или впрямую касается Сибири. А вот Сибири, Урала, это один момент. А второй момент, традиции какие? Традиции — это прежде всего в бане. Вот у меня коллектив весь подсажен на эту тему. И если у нас в графике гастроли мы где-то ездим на Дальнем Востоке какой-то один день, то мы обязательно его проводим, в баньку ходим и что-то для здоровья, какие-то процедуры делаем. Поскольку артисты в большей степени подвержены моменту, что они, спорт отсутствует, это поезда, самолеты, концерты. Вот. И такие дни мы используем для занятий как раз физической подготовкой. Вот. Даже такие комические ситуации, играем просто в карты, кто проигрывает, он отжимается или качает пресс. Это очень полезно, особенно музыкантам. Шансоны, по-моему, не жалуются, и дай бог, что артисты этого жанра, они колесят по всей стране, бывают у вас в Шадринске. Вопрос в том, что шансон, он уже вышел за рамки того узкого направления, которое понимался под шансоном 90-е годы. То есть, если 90-е годы это были только узкое направление, шконка, нары, братва, то сейчас это просто музыка для души, музыка, собственно, российская, русская музыка. Вся она, в общем-то, концентрируется под флагом шансона. То есть это и какие-то лирические песни о любви, это и какие-то социальные песни. Очень разноплановый пласт музыки, и сейчас он расширяется. И более того, сейчас есть и предложения, и помысли тоже, чтобы объединить. Ведь и в Италии, и во Франции, и в Германии есть свой шансон, свои какие-то народные песни, свои певцы, и уже делать на уровне Москвы, столицы, какие-то международные фестивали шансона. То есть уже вливаться в европейский шансон, либо они будут вливаться в русский, это мы уже разберемся потом по ходу, попозже. Такое, мысль такая есть, и это очень приятно, потому что музыка, она объединяет. Эти годы совместной жизни считает одной. Нас, как в первый миг свидания, не разлить водой. Вот и сицилая свадьба отшумела вся. И любовь, как чудно в храме, поселилась. Какая это нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть кроме проведут, как вода, под парусом на новом
только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. В День города Сергей Любавин показал шадринцам свои лучшие песни. Публика услышала известные хиты и совсем новые композиции. Программа концерта понравилась всем шадринцам без исключения. В этот вечер на площади не осталось свободного места и даже танцевать приходилось с трудом. После концерта артист поделился планами на будущее. Каждое лето Сергей со своей труппой отправляется в тур по российскому побережью, а осенью гастроли по Уралу и Сибири. И, конечно же, после произведенного эффекта на публику Шадринска, артист задумался о сольном концерте именно в нашем городе, самом красивом городе Зауралье.